This is Houston. Less than 1 minute to ignition, and everything is go. Go, 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 go. И вот сейчас здесь появится число, сколько конкретно я випов сделал за сегодня. Здорово, бандиты! В этом видео вы увидите, как я поехал в бетонную стрит-плазу стабилить свои фуджим-трюки, а в частности, фуджим-тейл-вип. Обязательно пишите в комменты, как вы стабилите свои трюки, есть ли у вас какой-то план, когда вы выезжаете на катку. Очень интересно будет почитать, я один такой с такими планами. Выезжаю кататься в стрит-плазы, или же вы тоже делаете какой-то план на катку и едете, выполняете его. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Смотрим дисклеймер и погнали. Блин, опять заказ. А, черт. Ну кому это может быть интересно? Кому это может быть интересно? Объясните мне! Здорово, бандиты! Я знаю, что шапки никто не снимает, но пошли нахер, реально холодно. Черт, я не знаю, наверное, минус один или минус два, но чувствуется, как будто, блин, минус 15. Сегодня день випов. День фуджемов и день випов. Я приехал в бетонный скейт-парк, и я охренел, потому что он пустой нафиг, и вообще никого нет. То есть 11 утра, пятница, в принципе, да, все на учебах, поэтому я думаю, у меня есть часик или два покататься, пока никого нет. Короче, все, день фуджемов, день випов, ставили мы эти трюки, погнали. Ладно, хоть я этого и не снимал, но защиту я одел, на ноги каску надел. Снимать не стал, как это все одеваю даже в таймлапсе, но тем не менее напоминаю, ребят, не забывайте о защите, потому что именно вот эта пластиковая херня может когда-нибудь спасти вам жизнь. Я отвечаю, серьезно. Ладно, все, сейчас немножко разомнусь, сделаю свои такие базовые трючки, и после этого уже пойдут фуджемы. Погнали. Блин, ну все, вроде раскатался немного. Сделал пару трючков таких раскаточных. Сейчас начнется самая жесть. В общем, надо сделать фуджемы здесь. Потом надо фуджемы сделать на том квотере. И то же самое надо сделать фуджем випы. Ну, в основном фуджем вип застабили здесь. И фуджем DS вип обязательно. И фуджем треха. И, короче, просто все фуджемы везде по возможности надо будет валить. Потому что с ними у меня проблема. Если вы смотрели прошлый видос, там, где мы с Максоном катались стрит, то там был такой спот, куда надо было запрыгнуть через парапет и под вывеской сделать фуджим вип, и потом на вайнете вниз. Я, короче, зассал тупо от того, что я делаю вип нестабильно, и на это бы ушло очень много времени, и мог бы пиздануться так не шутя там. То я решил сделать денек, чисто постабилить випы. Короче, все, випы, фуджемы, поехали. Ну ладно, вроде поделал, но у меня проблема с фуджемами в том, что когда я захожу на сам фуджем на стол, я не могу нормально вкатить с него. И в связи с этим я хреново его делаю в квотере. Я делаю фуджем в квотере, но он очень молочный, не знаю, что с этим делать. Потому что я не могу просто с этого стола, с фуджема, как бы отпрыгнуть на вкат. Не знаю, если у вас была такая проблема, и вы с ней справились, обязательно напишите в комментарии, что вы с ней сделали, потому что я
Я без понятия, уже где-то полгода с фуджаем так. Не хочу материться, но вы поняли. Ладно, сейчас еще пойти в коттере сделать фуджемчик. И фуджем в ВИПу пойду играть. В общем, оставляю этот квотер. Он меня немножко поимел. Но иногда бывает такое, знаете, что некоторые вещи, ну, просто не получаются. И не хочу себя мучить этим фуджемом. Типа, не идет, так не идет. Хрен с ним. Надо дальше заниматься фуджем випом. А с фуджемом в квотере я потом уже, наверное, разберусь. Но, ну, серьезно, бывают такие дни, когда ты выезжаешь поделать какой-то определенный трюк, и он у тебя просто не получается. Вообще не получается. То есть реально такая фишка бывает. Пишите обязательно в комменты, если у вас было такое же. Когда вы выходили учить тот же мануал и метра на нем проехать не можете. В общем, ладно, для начала пару попыток випа на плоскоче. Ну, штуки три сделаю и потом пойду на подкат. Ну вот была более-менее попытка, но я заднюю ногу не поставил и не отпрыгнул на вкат. То есть фишка та же самая, что и с фуджемом, надо как бы отпрыгнуть и вкатить вкат, а не просто поставить ноги, потому что если, ну, не уметь как бы именно вкатывать, то... Максон-то что-то валит. Если не уметь как бы вкатывать, то в квотере как бы ты его не сделаешь вообще. Поэтому основная фишка именно отпрыгнуть и вкатить, не зацепив задним колесом вот этот вот копинг на подкате. Ладно, попробуем еще. Ну, вроде сделал. Я потом на компе посмотрел, сколько всего попыток было. И вот сейчас здесь появится число, сколько конкретно я випов сделал за сегодня на фуджее. Но запись была 8 минут и 7 минут, две записи. И все это без перерыва, просто подряд. Ездил, 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 чтобы сделать один, сука, вип. А перед этим на плоскоче мы увидели. Ладно, сейчас еще попробую, может быть, получше сделать, с другого ракурса заснять. И еще фуджем DS VIP. Максон грустит. А бутылочка на полу. Ну, в общем, випов было, наверное, штук 300. Серьезно. ДС я уже пробовать не буду, потому что вип забрал просто все силы, вообще все. Два раза только сделал. Вот, но как бы такая задача и была, сделать сегодня вип. Как бы ДС вип это такое было. Хотел, конечно, но реально сил уже нет, потому что вип очень много сил забирает. Такой вот получился видос, который показывает, что не все получается с первого раза. Вот так.